Полицейские пресекли противоправную деятельность участников интернет-магазина, специализировавшегося на сбытии героина на территории Приморского края. Двое уроженцев одной из республик Средней Азии поставляли наркотики во Владивосток, Артем, Арсений и Находку для последующей реализации бесконтактным способом. Обоих подозреваемых сотрудники полиции задержали с поличным на территории Артема при попытке сбыть очередную партию наркотических средств. В отношении организатора интернет-магазина и курьера-закладчика возбуждено уголовное дело по 15 эпизодам преступной деятельности в составе организованной этнической группы. Обвиняемые заключены под стражу. Из незаконного оборота изъято свыше 150 граммов героина. Максимальный срок за совершение указанных преступлений может составлять до 20 лет лишения свободы. В Артеме также проведены обыски в местах проживания участников группы, по итогам которых дополнительно установлена причастность пятерых иностранных граждан к нарушению законодательства Российской Федерации. Мигранты находились на территории страны незаконно. Все пятеро выдворены за пределы России без права въезда на срок не менее 5 лет.